Сирию акции запустил один из торгово-развлекательных центров Тюмени. В преддверии лета любители шопинга могут выиграть путевки на море. Киноманы увеличивают свои шансы на выигрыш велосипеда. 17 июня там состоится грандиозный розыгрыш. Подробности узнала Гульнара Успанова. Ух ты! Вот как красиво! Тоже может принять участие? Страсть к шопингу, наверное, у женщин в крови. Вот и двухлетняя Сонечка не может устоять перед соблазном. Тем более, что взрослые не против. Совершив покупки, можно поучаствовать в акции, может быть, дай бог, выиграть, даже и съездить в отпуске отдохнуть. Путевку на двоих на море в пятизвездочный отель можно выиграть в Панаме. Правила просты. Потратил 1000 рублей, получил купон, и ты участник розыгрыша. Чем больше сумма в чеке, тем больше шансов. Имя счастливчика станет известно 17 июня. Также в кинотеатре «Матрица» у нас проходит акция. Приходите в кино, копите билеты, и у вас будет возможность уехать из кинотеатра на велосипеде. Если ходить на сеансы пары, как эти молодые люди, то всего 4 фильма, и ты в игре. 8 билетов в кино можно обменять на один купон. Мы стараемся сделать для своих посетителей приятный шопинг, чтобы он превратился в настоящий отдых. Поэтому мы не забываем о наших юных посетителях, и каждые выходные для них проходят детские праздники. Можно старшеклассникам тоже подуть. Процесс омоложения пойдет, морщинки разгладятся. Сегодня были научные эксперименты, и я узнала, что такое жидкий азот. Мне очень понравилось. Я уже делала космос в баночке и рисовала 3D-ручкой. Мне Панама нравится тем, что именно в ней много конкурсов проводят, а в других я не видела такого. Подробнее об акциях в Панаме можно узнать на официальном сайте торгового центра и в группах в социальных сетях. Гульнара Успанова, Роман Чинахов, «Тюменское время».